Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем очередную программу, посвященную 40-летию Московской Олимпиады. И у нас сегодня интересный герой. Это Сергей Юрьевич Покровский. Здравствуйте! Один из, уже можно сказать смело, патриархов отечественного телевидения. И гость любопытный в контексте Московской Олимпиады, потому что это человек, который, как бы, знаете, в заключении находился во время Олимпиады и фактически вживую-то ее не видел. Вот почему, вы поймете чуть позже. Ну, а сейчас у меня первый вопрос связан, Сергей Юрьевич, с олимпийской столицей. Все-таки это грандиозное событие. На ваш взгляд, по вашим внутренним ощущениям, чувствовалось, что гигантский праздник предстоит? Вообще вот город, страна как-то ждала, готовилась, что-то строила, меняла. Вот сама атмосфера. Или все в рабочем таком как-то спокойном режиме? Вот, Владимир Александрович, дело в том, что чувствовалось прежде всего, что нам предстоит колоссальная работа. Ну, просто грандиозная какая-то. Потому что, конечно, до этого времени наше телевидение советское, или как его принято сейчас сегодня называть, центральное телевидение, оно, конечно, не знало подобных вещей, не было аналогов каких-то. Правда, за год до Олимпиады в 79 году мы репетировали, была, если вы помните, спартакиада народов СССР, да, были задействованы олимпийские объекты, мы на них ходили, снимали, репетировали. А все были уже готовы, олимпийские объекты? А не все, но арены сами, там, где выступать, были готовы. Ну, где-то были какие-то мелкие недоделки, но это были детали, которые мало интересовали нас, да и участников тоже. Потому что вот сама арена, скажем, там, татами или гимнастический зал, они были готовы, конечно. Ну, бассейны, само собой. И были сами соревнования, но, конечно, ни одно соревнование не может сравниться с Олимпиадой. Ну, просто нет аналогов, так сказать, Олимпийским играм. Хотя вот за год до Олимпиады в 79-м к нам еще все ехали. Открытые были, спартакиада была открытая, да. И участвовали и иностранцы. И все ехали. И вот, скажем, в вашем любимом дзюдо были японцы. Да. Вот, хотя и не такие мощные японцы, как, не первые, может номера быть, в другие годы, да. Но были, тем не менее. А это всегда уже поднимает уровень, особенно турнира по дзюдо. Вот. Также и на других соревнованиях приезжали и американцы, и англичане, и французы. Ну, в общем, достаточно много было гостей. Но мы-то использовали эту спартакиаду вот для, как бы, для тренировок, так сказать, для прогонов каких-то. И, значит, нам это удавалось сделать, хотя и не в таком вот объеме, как на Олимпиаде, естественно. Вся редакция, спортивная редакция телевидения чувствовала, что это будет что-то необычайное, потому что это совершенно необычная работа, и она действительно была необычная. Вся страна, телевизионная страна и радийная страна, можно сказать, она стояла на ушах, потому что собирались лучшие силы со всей страны. Внимание! Говорит и показывает Москва. На большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина начинается финальный матч по футболу 7-й летней спартакиады народов Советского Союза. Лучшие операторы, лучшая техника, лучшие журналисты, режиссеры, звукорежиссеры. Да все профессии, они собирались. Из них составлялись бригады по видам спорта. И вот они проходили такое вот обучение перед Олимпийскими играми. Поэтому мы, так сказать, мы понимали, что все будет необычно. И сама Олимпиада необычна, и сама работа необычна. Ну, а что касается Москвы, ну да, вы знаете, постепенно Москва менялась, она стала чище, свободней. Как-то появились из тех людей, которые помнят эти годы, там
конец 70-х, угу. начало 80-х, это же расцвет застоя, можно сказать, да, там Леонид Ильич Брежнев и так далее. И начали, вдруг, неожиданно начали в магазинах появляться какие-то продукты необычные. Ну, финны нам помогли. Да, финны нам помогли. Колбасой колоссально там, да. Они, знаете, еще чем удивляли? У меня-то это тоже детство было, я заканчивал школу. Прежде всего, ну, как на все, во всем Западе, упаковкой. Да, вот оберточка, вот, ну, вот наши конфеты-грохотульки, которые набирают вот этим ковшом. Вот то, от чего мы с вами сегодня отказываемся, потому что это химическое, да? Вот тогда это было необычное. Совершенно. А я, знаете, еще хотел о чем спросить. Все-таки город же менялся и инфраструктурно. Нужно же было коммуникации, дороги, аэропорты подготовить. Ну, про стадионы мы сказали. Телевизионный центр технически новый, который почему-то сейчас у нас называется АСК-1. Вот это убогое название. Вместо... Аппаратно-студийный комплекс. Да, ОТРК. Да, ОТРК. Он даже одно время переводился как «Олимпийский». Нет, он всегда переводился как «Олимпийский» телерадиокомплекс. Да. Но совершенно другое название, ну, и статус другой. И ощущение другое. Ощущение другое. Да, он есть до сих пор, мы там работаем, вот эта часть канала «Матч» там работает сейчас. Нет, ну понятно, но по тем временам, конечно, ну как, Шереметьево было построено. Гостиница. Конечно. Гостиницы были какие-то построены. Нет, но инфраструктура всего хватало. Всего хватало, абсолютно. Но денег же не жалели. Было для того, чтобы показать лицо Москвы, лицо страны, конечно, денег не жалели. Опять-таки, общаясь с друзьями вашего поколения, с верстниками, было вот это ощущение радости. Почему вопрос задаю? Потому что я последние годы наблюдаю, что, например, в Афинах греки недовольны были Олимпиадой, там бастовали и так далее. Лондон, Китай особняком. Лондон. Вы знаете, как был сделан Лондон? Вот вам отдельно Олимпийские игры. Все ходили по своим коридорам. Все замечательно по-британски сделано. И отдельно живет Лондон своей жизнью, которая абсолютно их не трогала. То есть они смогли так развести, то есть не было ощущения. Бразилия, бразильцы не смотрели открытие Олимпиады своей. Мы сидели в ресторане вечером, мы одни русские остались смотреть, а бразильцы за час ушли. Они не видели, как их команда вышла. Нет, в Москве все было по-другому, Володь. Так. В Москве народ ждал Олимпиаду. Раскупались билеты, люди ходили. Значит, вот когда начали приезжать спортсмены, да, делегации, народ собирался, это были не вымученные какие-то эмоции, сборища, да, так сказать, а это вот вот народ так хотел, им хотелось посмотреть на этих людей, на команды, на эти, побывать на олимпийских объектах, в олимпийской деревне, ну, в общем, нет, Москва и москвичи, и очень гостей много было. Из других городов приезжали специально, ждали Олимпиаду. Нет, Олимпиаду ждали. И Олимпиада была долгожданной, любимой и очень-очень радостной такой. Теперь немножечко назад, до Олимпиады. Приход в профессию. Как вообще вы оказались в сфере медиа, журналистики? И с чего начали? Моя мама, она работала на радио. Тогда еще не было и «Маяка» даже. Тогда были «Последние известия» назывались. Вот она меня просто привела однажды, познакомила с небезызвестным вам и очень известным в мире журналистики журналистом и руководителем тогдашним Юрием Александровичем Летуновым, человеком, который создавал «Маяк», радиостанцию «Маяк», человек, который создал программу «Время». Вот. А мне было 16 лет. Она меня привела, познакомила с ним. Они дружили. И Юрий Александрович меня спросил: ну чем ты хочешь заниматься? Просто так. Я говорю, я вообще спортсмен. Я действительно был спортсменом, я занимался легкой атлетикой, прыгал в высоту, был чемпионом Москвы среди мальчиков, потом
сломал ногу. Ну, в общем, там целая история, неважно. Играл в баскетбол. Я говорю, я в душе спортсмен. Он говорит, ну, тебя в спортивную редакцию сейчас отведу. И нажал на кнопочку и пригласил к себе замечательного человека Шамиля Николаевича Мелик-Пашаева. Зав. Отделом спорта радио. Потом и телевидение. А потом и телевидение, объединенного отдела. Очень известный человек, потому что он племянник известного дирижера Мелик-Пашаева, так сказать, великого дирижера. Вот, и вот Шамиль Николаевич Мелик-Пашаев, он говорит, ну, пойдем со мной. А я еще ничего не решил для себя, я просто пришел в гости на радио. Вот он меня пригласил, позвал, расспросил и говорит, ну, приходи, будешь у меня тут на побегушках. И вот я с 16 лет, после окончания школы, был на побегушках. Потом, значит, побегушки превратились в первые задания, значит, написать заметку, потом взять, там, я не знаю, сколько, килограммовый аппарат «Репортер-3», там, или даже два еще, я, который весил килограмм 30. Видите, вот, друзья, как началось. Изменилось время. Вот сейчас журналист может с телефоном приехать, да, и записать интервью, а тогда техника была большая, тяжелая. Вот такой, его надо было еще донести до места события, а потом настроить еще. Производили мы технику. То есть, чтобы не говорили... Ну, репортер, да. Да, чтобы не говорили, что мы только калоши делаем, мы технику делали и радийную. И сложнейшую телевизионную технику. Ну вот наверняка ты не знаешь о том, что была и выездная техника. Да. Не просто. И это назывался... Автобусы вот эти. Да, это назывался «Танваген». Угу. Вот этот «Танваген», на нем выезжала целая группа. Там была, там были микрофон, ну, все, что необходимо. Фактически мини-студия такая. Мини-телецентр. Такой. Мини-радиоцентр. Это на радио было. «Танваген» радио. «Танваген» это на радио было. Да, это был вот такой мини-студия, радиостудия. Вот, значит, но на проводах никаких, так сказать, вот как мы сейчас беседуем, у нас радиопетля это называется, а оператор может нас снимать откуда угодно, все равно звук будет идти. Тогда раньше нет, все на проводах, мы были пристегнуты. Тут корреспондент выходил из этого «Танвагена» на место события, стоял, там что-то говорил, там рассказывал, брал интервью и так далее. Но был привязан этим шлангом к этой мини-студии. Вот так это все началось, это было в 1963 году. Вот я родился как раз. Скажите, пожалуйста, а кто был вашим учителем, если таковой был? Во-первых, у меня было много учителей, потому что мне очень повезло. Я был, естественно, самый юный, самый молодой в этой редакции оказался. И в это время там, ну, к сожалению, заканчивал свою творческую карьеру и жизнь, в том числе, Владимир Святославович Синявский. Угу. Наш первый советский комментатор и так далее. Основоположник, по сути дела, спортивного репортажа. Да, он человек, который выводил всех, в том числе и Озерова. И, может быть, Николай Николаевич, его советы и не нужны были на самом деле. Но он к ним относился очень уважительно, потому что все-таки это был Синявский. Человек, который работал во время войны, который потерял глаз во время войны, который был ранен в ногу. Ну, в общем... Владимир Вячеславович, это, конечно, уникальный был человек, потому что его голос знала вся страна, так же, как голос Левитана, Высоцкой, этих знаменитых дикторов. Вот. Это было одно поколение. Идет 9-я минута игры. Мяч попадает к одному из полузащитников «Динамо». Он откидывает его Бескову, тот назад Сергею Соловьеву, от мяча Сергея Соловьева, тот обратно его Бескову, Бесков сильно бьет вперед, дает правому инсайту, затем подбежавшему сюда левому инсайту, опять направо, к правому краю, Трофимову, тот продвигается вперед с мячом, вот он подходит к штрафной площадке, вот он входит в штрафную площадь, откидывает мяч, а лево Сергея Соловьева, удар! Меня Шамиль Николаевич прикрепил к нему учеником. Ну, собственно,
как учеником. Ну, носить за ним портфель, значит, там, угу. за Вадим Стаславовичем. Я носил портфель и брал с собой вот этот самый знаменитый репортер туда. И вот он, когда вел репортаж, он сажал меня рядом. И обычно это был второй тайм на футболе. А первый он меня заставлял что-то говорить. И вот, когда я начинал что-то там говорить, пытаться комментировать этот футбол, там мяч направо, мяч налево, он мне какие-то делал замечания, так сказать, потом это самое, говорит, ну все, ладно, на сегодня достаточно. Все, потом продолжим. Кубок Советского Союза по футболу. Трибуны центрального стадиона «Динамо» заполнили десятки тысяч зрителей. Сегодня последняя, финальная игра. Во многих городах страны сотни тысяч радиослушателей ждут эту игру. А москвичи имеют даже возможность посмотреть ее на экранах своих телевизоров. Из 17 тысяч команд, принявших участие в этом году в розыгрыше Кубка, остались две команды. Это команда общества «Зенит», Куйбышев и футболисты московского «Динамо». Потом Николай Николаевич Озеров, безусловно, конечно, талантливый просто человек и очень добрый, отзывчивый. Конечно, он делал какие-то замечания, что-то, чему-то меня учил. А вообще вот вся эта команда, это были замечательные люди. Уважаемые друзья, вот обращаюсь к нашим зрителям, молодым спортсменам и вообще, кто смотрит наш канал. Вот обратите внимание, что значит быть учеником Озерова, быть учеником Синявского. Это вот сравнить в спорте, это быть-то при бегушках поначалу у Тарасова, знаменитого тренера, у Чайковской, знаменитого тренера, у Винер Ирины Санны. Это вот таких грандов, которые, в общем-то, создают это направление этого вида спорта. И вот, собственно говоря, вы посмотрите обязательно в интернете, сейчас такая возможность у всех есть, того же Синявского. Человек вел парад победы 45-го года, комитет, и парад 41-го года, когда вот под Москвой уходили наши защитники, и вот эта тяжелейшая битва вот под Ржевом, Волоколамск, в общем-то, вообще у Москвы. Вы правильно сказали, что он и ранен был. И вот этот человек, родившийся в Российской империи, состоявшийся в Советском Союзе, ставший звездой, основоположником, значит, нашего комментаторского искусства. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем. Итак, какие задачи именно профессиональные ставились для показа Олимпийских игр? Вот вообще вы в курсе были, как строился процесс, что обсуждалось, как вы должны показывать? Конечно. И потом непосредственно перейдем к вашей личной задаче. У вас же там был отдельный фронт. Да-да-да. Итак, вот начнем с общего и потом частного. Конечно, мы были в курсе всего, потому что ваш отец, Александр Владимирович Иваницкий, олимпийский чемпион, который возглавлял тогда спортивную редакцию объединенную, которая готовилась к Московской Олимпиаде. Мы постоянно собирались, у нас были чуть ли там, ну не каждый день, но каждую неделю это точно были сборища. Летучки они называли. Летучки, да. И мы на этих летучках детально разбиралось каждое вот направление. Ну, во-первых, как я уже сказал, собирались лучшие силы со всей страны. Составлялись бригады. Вот сколько видов спорта, столько было бригад. Ну, естественно, так, Олимпиада так по программе выстроена, что один вид спорта завершается, другой стартует, и бригада переходила, как бы, некоторые бригады переходили с одного вида спорта. Могла бригада вести два вида, конечно, спорта? Да, конечно, два вида спорта, но не более того, вот, потому что, ну, скажем, там, футбол нельзя уже было, как-то никто не переходил, какие-то есть, были еще виды спорта, которые все... Баскетбол, волейбол, которые длятся, ну, все игры. Конечно, мы были в курсе, и, значит, все знали практически всех людей, которые должны были участвовать, и режиссеров, и спортивных журналистов из других республик, которые подключались к нам, так сказать, тоже в качестве комментаторов или редакторов, ну, в разных ипостасях. Шла работа по расстановки камер на олимпийских объектах, по показу, по системе показа. Все-таки нельзя забывать, что это были наши советские передвижные телевизионные станции. Угу. Наши советские. Мы одно время очень боялись за качество, какое будет качество.
потому что все-таки картинка отдавалась, международная картинка. И вот она как раз, эта картинка со всех объектов, она как раз и приходила в Олимпийский телерадиоцентр, о котором вы говорили. На улице Королева, да. Да, на улице Королева. И там же находился, собственно, и все иностранные агентства и телевизионные агентства, которые принимали эту картинку. Некоторые вели репортажи прямо с объектов, кто-то под картинку, как говорится, прямо оттуда, там, когда часовой пояс другой, и так далее, и так далее. Вот, то есть, вот этот Олимпийский телерадиоцентр, собственно, и был центром телевизионным, который вещает на весь мир. Вот телевизионным так. Центром мира. Да, мира, да. Вот эти две недели Олимпиада, если мне не изменяет память, была с 29-го, нет, с 19-го по 3 августа. С 19 по 3 августа, совершенно верно. Вот, с 19 августа вот эти дни Москва стала центром мира, по сути дела. А вы вот непосредственно за какой фронт отвечали работу? Ну, я тогда был как бы комментатором по фехтованию. У меня, значит, я готовил фехтовальную бригаду. Но, не к сожалению, а, наверное, к счастью, а может быть и то, и другое, на самой Олимпиаде мне не удалось поработать на фехтовании. Там была подготовлена бригада, редакторы, комментаторы, они очень хорошо справлялись без меня. Все было налажено. Вот. И фехтование прошло безукоризненно. Тем более, что наши фехтовальщики на Московской Олимпиаде выступили шикарно, да, так сказать, да, блестяще совершенно. А у меня было какое-то спецзадание, так сказать, спецзадание, которое вот мне поручило руководство спортивной редакции совместно с руководством творческого объединения «Экран». Нам предстояло делать каждый день Олимпиады специальные выпуски, которые назывались «Саммари», «Кино-саммари». Тогда по Олимпийской хартии мы должны были снимать на каждом объекте, потом сводить это все вот в такой 10-минутный блок, киноблок. Потом, значит, все это тиражировалось и на самолетах отправлялось в разные страны. Да? Да, сегодня это кажется смешно, потому что ты включаешь там WhatsApp или Skype, или просто по интернету, и ты передаешь все это. Какое кино, какая кинопленка, кажется, все это древностью какой-то. Но на самом деле так и было. Вот, потому что последний раз в Москве снималось кино «Саммари». Потом в Лос-Анджелесе, да, в 84-м, где мы не участвовали, даже как американцы не участвовали в 80-м, а там уже не было кино, потому что это был как-то уже вчерашний день. Но тогда, в 80-м, надо было делать. Поэтому вот меня назначили руководителем этой бригады, мне было придано 20 киносъемочных групп, а это значит 20 операторов, 20 ассистентов, 20 звукооператоров, 20 корреспондентов. Угу. Вот, представляете, такая... Это выездные. Это выездные, а еще, да. На Олимпийском телерадиокомплексе... Еще 20 специальных монтажных, где сидели монтажницы, ждали приезда этих групп. Вот. Был задействован весь проявочный комплекс, так сказать. Ну... А как отправлялся материал? Ведь 4 города было задействовано, помимо Москвы, еще Таллин, где все парусные состязания, и футбольные, это Минск, Киев и Ленинград тогда. Да, ну, дело все в том, что тут немножко мы, наверное, лукавили чуть-чуть. Предварительные матчи мы не снимали. Потому что в эти 10 минут ежедневных, конечно, предварительные соревнования не входили. Каждый день финалы. Вы самое квинтэссенция, лучшее. Да, квинтэссенция, самые рекорды, так сказать,
золотые медали, комплекты наград. Ну, и если, так сказать, матчи какие-то необычайные, предположим, там играет в волейбол там Россия, Бразилия, там, или там да, еще... Югославия в баскетболе. Да, 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 Югославия в баскетболе, там, что-то в этом роде, да. Вот лидеры, когда встречаются до финала, ну, конечно, это снималось, естественно. Вот, ну, а в Таллине регата, это... Парусный спорт – это дело спокойное. Снял несколько планов вдалеке, там, на Балтийском море они плывут. Сразу на будущее, да? Да, а ты под это можешь рассказывать все, что угодно, понятно, так сказать. Вот так. Сергей Юрьевич, как складывался день? Я так понимаю, что, и мы с вами общались, что вы, собственно говоря, находились только в этом ОТРК, Олимпийском телерадиоцентре. И как вы вообще процесс контролировали, как вы понимали, куда нужно ехать, что снимать? Ну, понимаете, дело все в том, что руководитель бригады, у него какая задача? Пока я не узнаю, что все эти копии, а их, я не помню, дело больше 100 этих копий, пока они все не отправлены, я просто не имел морального права куда-то уходить из этого здания. А ведь заканчивали, последние соревнования заканчивались там довольно поздно. Это было где-то в районе там 10-11 вечера. Значит, когда приезжала группа, мне тоже надо полночь. Это полночь, там уже на следующий день начинался. Надо же было это потом все смонтировать, свести в ролик, оттиражировать и потом уже отправлять. И пока я не узнаю, что все нормально, я не мог уйти с работы, а это было уже 2-3 ночи. А какой смысл уходить с работы, если в 7 утра первый выезд первой группы? То есть вы там ночевали? Ну, конечно, ели. У меня стоял диванчик какой-то маленький такой, кожаный, я на нем там сам пижачком накроюсь и поспал 3-4 часа и вперед. Процесс планирования, то есть вы практически знали каждый день, понятно, что разыгрывается на Олимпиаде, но сложно же управлять процессом, понимая, что вот там будет мировой рекорд или вот готовится уже близко, а это же важно снять, и чтобы это да, попало. Да, приходилось просчитывать. Ну, две вещи как бы. Ну, во-первых, мы были все в теме. Мы пошли все виды спорта. И были хорошо, в общем, подготовлены тогда. И второе, ну как, у меня в кабинете стояло несколько телевизоров, мониторов. На них шли изображения с объектов. Ага. Да. Это были уже телевизионные трансляции, которые приходили в Олимпийский телерадиокомплекс. И я смотрел эти соревнования, я смотрел и видел, что да, вот готов кто-то там. Там Сальников там, или кто-то еще, готов человек, назревает, что-то назревает. И у нас тогда, конечно, не было мобильных телефонов, не было такой связи, но нам выдали на Олимпиаду вот такие какие-то аппараты, которые, я не знаю, как они назывались, воки-токи, которые хрипели, сипели, так сказать, как-то, я не знаю, что из себя... извергали. Но это все-таки радиосвязь. На какое-то расстояние. Ну, нам хватало до Лужников хватало. Самое главное. Ну, до Олимпийского там или еще куда-то. Даже до стрельбища в Мытище хватало. Ну, это приличные, да. Ну, какие-то были там современные по тем временам аппараты. Передовые. Ну, и вот мы, значит, вот операторы... или корреспонденты мне звонили, что делать. Что делать, если там меняется ситуация. Да. Там, ну, мы обсуждали это, я принимал какое-то решение, давайте вот это интервью обязательно, это крупный план обязательно. Вот так вот проходил творческий процесс. Такой. Еще отметим, что у Сергея Юрьевича как раз в эти дни родилась дочка. Она не совсем в эти, она после родилась, но она
пол. Могла родиться в любой момент, да. То есть это отец, который и не мог, так сказать, быть дома, что называется. Ну да, она родилась буквально через несколько там дней после Олимпиады, но я был готов морально стартовать. Сергей Юрьевич, вы все-таки должны были контролировать процесс, но болельческую натуру тяжело убрать. Вы видели практически все, получая все трансляции со всех объектов. Вот для вас, кто был героем, спортивным героем? Вот понимаете, на каждой же Олимпиаде есть, вот в Риме там Власов, там, в 72-м году наша баскетбольная сборная, вот этот трехсекундный очковый бросок. Да. Значит, где-то это Саниев, там трехкратный олимпийский чемпион. То есть вот кто был героем Олимпиады, прежде всего из советских спортсменов, кого вы выделили? Может, не один? Ну, я все-таки думаю, что Владимир Валерьевич Сальников. Да, три медали что, олимпийские. Во-первых, это три медали. Во-вторых, это 1500. И это не хухры-мухры. Да, ну, и 800. И там, 800, конечно, это разные дистанции. Это было очень тяжело. А эстафета 200. Да. Эстафета. Это все было очень тяжело. Потом дело все в том, что я незадолго до начала Олимпийских игр я снимал о нем передачу. То есть у вас личные отношения как у меня, к нему появилось? У меня было к нему личное отношение, потому что я познакомился с его женой Мариной. Я узнал всю эту историю его перехода от одного тренера к другому. Попытка вернуться. Да, все вот эту кухню. Это драма для спортсмена. Да, это было. Это вообще, так сказать, там много было драматичных моментов таких. Да потом они были очень симпатичные люди. Посмотрите обязательно фотографии Сальников, Владимир Сальников. Да вообще всех наших олимпийцев, посмотрите. Это вы знаете, как Гагарин в свое время, да? Вот эти лица, эти молодые ребята. Удивительно красивые, удивительно. Ну, они были красивые, умные, эрудированные все были. И вот я никак не могу понять, почему Сальников, я говорю. Потому что, казалось бы, вот в такой обстановке нервной, да, человек должен терять что-то. А он что-то приобрел. Может быть, это была любовь, да. Мы, я не знаю, мы вот сейчас трудно сказать. Может быть, это... Но это было какое-то вдохновение. Сергей Юрьевич, вот вопрос все-таки к той эпохе и к вашим коллегам телевизионным, когда вы уже работаете на Олимпиаде Московской, готовились после. Что из себя представлял вот комментаторский цех, эти звезды? Вот мы уже фамилию Озерова назвали, а ведь там и Георгий Сурков, Саркисян, Еремина Нина, потом Маслаченко, Майоров. То есть, ну вот, что это за люди? Это действительно вот небожители? Потом Дмитриева пришла. Чуть позже уже. Да, да. Попозже. Вот, попозже. Да, вот, ее именно... Николай Николаевич привел. Озеро тоже, да. Естественно, да. Ну, что это за люди? Ну, во-первых, я уже назвал это слово «команда». Да? Вот я был самый молодой, но, вы знаете, после нескольких лет работы... Они тоже были молодые. Они ведь тоже были чего? Молодые. Нет, они просто были молодые. Да, потому но что... Ну, уже маститые. Нет. Но они, во-первых, многие из них были маститые в спорте. Как Нина Алексеевна, например, Еремина. Она пришла, там, неоднократная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта. Конечно, так сказать, она была у нас не просто... комментатором. Она была очень красивой женщиной, эффектная блондинка, женщина. Она яркая, да. Всегда одевалась шикарно, в блестящих каких-то невероятных костюмах ходила. В нее было влюблено половина радио, а потом и телевидение. Мы были все друзья и, как бы, конечно, очень уважительно относились друг к другу. Особенно, если это касалось там дебютов, да, каких-то еще вещей. А что это были за люди? Ну, вы знаете, ну, наверное, их сегодня можно назвать звездами. Но вообще это были очень добрые, хорошие, отзывчивые люди. Прекрасно знали свои виды спорта. Значит, болели, переживали за эти виды. Старались проталкивать эти виды в эфир. Так сказать, как можно больше получить эфирного времени на свой вид спорта.
отстаивали свои какие-то взгляды и были очень грамотные и интеллигентные люди, я бы сказал. Вот интеллигентность – это была отличительная черта этого поколения. По крайней мере, в эфире вы бы не услышали никаких криков, воплей, так сказать, каких-то невероятных этих, я не знаю, ну, вообще-то взрывов. Эмоции-то пускали, и Николай Николаевич отличался, и да, но Нина это... Еремина во время финала 72-го года. Так вот, это была одна из историй, которую я хотел рассказать, она не 77-го года, 72-й. Да, 72-го года, да, когда наши играли с американцами, она в конце кричала, да, она буквально кричала. «49-50, впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч! Победа!» Ее можно было понять, и мы все кричали, сидя у телевизора, потому что это фантастический матч был, да, на самом деле. Да, но дело все в том, что мало кто знает, что Нина Алексеевна, нашу любимую, после этого вызвал на ковер Сергей Георгиевич Лапин. Председатель гостелерадио. Да-да, председатель гостелерадио. Тихонечко мы ее провожали к Сергею Георгиевичу. Ну, в общем, так сказать... Желали ей удачи, потому что вызов на ковер это было серьезно тогда. Вот и за эти эмоции, да? Георгиевич, да, член ЦК партии, он тогда за этим делом следил. Да, но он с ней поговорил, сказал, наверное, она ему нравилась. Ну, и как человек, и как комментатор. Вот, сделал ей замечание, что в этом вообще не надо этого делать. Не наш стиль, не да? надо, не надо, но это не наше, мы спокойные. Даже когда устанавливались мировые рекорды, там Брумель брал какую-то фантастическую высоту, и, казалось бы, в это время Курашову, Александровичу Курашову надо было кричать, да, там. Сегодня это была бы там фантастика, там это невозможно, там все. Нет, это было все спокойно. Да, молодец, Валерий Брумель, молодец. Вот. Настоящий советский человек. Настоящий спортсмен, да. Настоящий так, боец. Взял, решил и взял высоту. Вы так лаконично же перешли к теме баек спортивных. Я хочу тоже попросить вас вспомнить, потому что с каждой такой уникальной фигурой, кого мы назвали, кого не назвали еще, вот Перетурина, я... не упомянул. Нет, мы с парой Яна Спары. Многие, да. Надеюсь, их родные и близкие не обидятся. Значит, вот был такой киевский комментатор, замечательный журналист Валентин Щербачев. С ним такая байка. 92-й год. Команда мой СНГ. Приятель, кстати. Да. Очень близкий приятель. Привет передаем, если увидит. Да. Он комментировал дзюдо. А это мой вид спорта. Да, да, и да, вот да, у нас да. Первая олимпийская медалистка. Ленинградка Лена Петрова борется за бронзу еще вот. Ага. А дело в том, что Лена, она темнокожая спортсменка. Ну, да, так да, случилось, да, да. А соперница, по-моему, немка была. И Валентин не мог предположить, он так сильно не следил за дзюдо. И вот он все 5 минут болел вот за эту светлую, тогда все в белых кимоно боролись. Да, 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 он думал, что это Лена Петрова. И вдруг он понимает, что выигрывать-то вот это-то не, как бы не наше. А потом объявляет, что Лена Петрова наша. Короче, очень смешно было, когда он догадался, что она наша. Была замечательная история. И вторая, я вот подводя к этим байкам, Нина Еремина, великолепная, ведя программу «Время», ответственнейшая вообще программа в новостях, попадается событие из города Сыктывкар. И у нее вот этот речевой затык, заело, она сык-тык-тык, да. Аж рассмеялась, говорит, тьфу, на севере там, говорит, прошло событие. Вот какие байки с нашими знаменитыми комментаторами? Володь, вы знаете, значит, во-первых, ну, во-первых, в нашей редакции спортивной, что на радио, что на телевидении, а потом в объединенной редакции, но... ну, как бы царствовало чувство юмора. Потому что юморные были все. Шутили над всеми, подшучивали, чего только не делали.
Ну, значит, вы знаете, что у нас был такой комментатор, который вел плавание и водное поло, Володя Рашмаджан, да, Владимир, да, да. Рашмаджан. И вот мы готовили очередной выпуск спортивного дневника, а он армянин, с этим ничего не поделаешь. Вот. Он замечательно совершенно говорил по-русски, но он все равно, так сказать, случались и казусы с ним. И вот, значит, он обычно любил очень лирично рассказывать о каких-то видах спорта. И вот он поехал на художественную гимнастику и сделал там запись. В общем, запись сделал на художественной гимнастике, как обычно на радио делалось. А потом написал текст и начитывал этот текст под эти шумы, под эти там, это потом интервью какое-то брал. И вот у него была такая фраза, что в зале как будто пахнуло весной. Угу. Не пахнуло весной. Пахнуло, да. Да, а пахнуло весной. Пришел главный редактор, который по национальности тоже был армянин. Мелик Пашаев, Шамиль Николаевич, который послушал и сказал: «Алло», сказал один армянин другого, «Алло, не пахнуло, а пахнуло, наверное, слушай». Вот, тот был это сам. Вот такие забавные сценки, значит, они были довольно часто. Значит, однажды был вплоть, я чуть не сорвал эфир. Да, значит, в нашем замечательном Останкине я работал редактором на программе «Время». И, значит, выходили у нас спортивные выпуски. Я уж не помню, как они назывались. Тоже, видимо, какой-то спортивный дневник телевизионный. Вот. Они у нас были так выходили. То в прямой эфир, то запись. Вот. Но поскольку тогда не было такого строгого какого-то режима и так далее, у нас вот эти студии, они не закрывались. Угу. И милиционеров никаких там не стояло. Сейчас охрана просто сидит. Да, просто висела табличка, не что... Не входить. Да, не входить. Запись. Идет эфир, да, там эфир. Ну, и народ не входил. Я вот отработал очередную свою программу «Времени», не помню, с каким-то комментатором, этот самый выпуск вел Николай Николаевич Озеров. А редактором у него был известнейший наш комментатор и один из моих любимых учителей Наум Александрович Дымарский. Mm-hmm. Вот. И они друзья с юности. Вот. И один у другого редактор. И вот Озеров сидит за столом в студии. Перед камерой, да. А камера огромная, тяжелая, вот с такими колесами, вот с такими... Рельсы там. Да, какие-то. Такие там, со всякими штуками. Она под камерой сидит Наум Александрович Дымарский. Суфлер. Да. Как он сам себя называл, дым-суфлер. И держит бумажку с текстом начальным. Он ее держит. И Озеров читает по этой бумажке. Не было тогда телесуфлеров, там каких-то еще, так сказать, подсказок не было. 90% было импровизации, но вот они придумали между собой, эти два друга, они придумали, что один будет держать бумажку с текстом, чтобы было без сучка, без задоринки. Я в это время закончил работать в другой студии с программой «Время», значит, и решил их навестить. И захожу в эту студию, и иду, а студия огромная, а выгородка для спортивной дневника небольшая, так сказать, стол, стульчики и камера, там две или три камеры. Что, сквозняк устроили? Да, да. И я иду по этой студии, значит, и вижу эту картину, когда Наум Александрович сидит и держит эту бумажку. Мне стало смешно. И я увидел, но я все-таки телевизионный человек, профессиональный, а Озеров что-то начал уже говорить. И
я понимаю, что я мешать им не буду, но я Демарскому показываю. Я говорю, вы что, с ума сошли, что ли, с этой бумажкой сидите? Ну, я шучу, как бы с ними. А он был страшно смешливый человек. Ему можно было палец показать, он хохотал до упаду. И он начал трястись. Ага. А смеяться нельзя, бумажка... это еще смешнее. Да, да, он начал трястись от смеха. Бумажка тряслась. Озеров потерял абсолютно нить этого текста. Оказалось, что это не запись, а это прямой эфир. И он начал вести такую околесицу. А ему надо было сюжет подвести. И он его подвел так, что в аппаратной никто не понял, что надо запускать видеозапись в это время. Они на свой страх и риск что-то запустили. Ну, короче говоря, я ушел, а я не понял вообще, что происходит. Ну, насмешил и насмешил. Они меня искали по всему Останкино потом. Побить хотели, да? Да, побить хотели, да. Но потом оба, и тот, и другой, эту историю рассказывали со сцены. Сергей Юрьевич, и вот мы подходим к финалу нашей программы. Вот вы огромное количество материала снимали, а вы выпускали каждый день 10-минутный ролик. Куда весь этот материал потом делся и что в итоге из него получилось? Ну, вот получилось так, что в процессе уже вот этого выпуска киносаммари этого руководству пришла в голову идея, что надо сделать фильм. Все-таки итоговый какой-то фильм. Тем более, что лучшие кинооператоры работали на этом деле. Действительно, кадров осталось очень много. Но хотели сделать такой фильм прямо буквально через несколько дней по окончании, по следам Олимпиады, чтобы вот она еще дышала, эта Олимпиада, она еще была жива и в сердцах, и в умах. И чтобы вот этот фильм как бы завершал вот весь этот проект на телевидении. Ну, дали нам такое поручение, назначили специальных людей, начали собирать материалы, и вот мы, значит, через как-то все вместе, плюс нам еще помощников прислали дополнительных к моей бригаде, вот, значит, вот выпустили этот фильм. Документальный, часовой, который назвали мы его «Олимпиада, ты прекрасна». Сергей Юрьевич, для меня удивительно, ведь это гигантская работа, а вы его сделали буквально, вот что называется, на закрытии Олимпиады, там, да, через несколько дней. Через несколько дней. Почему? У меня личный опыт был, я работал просто и зрителям скажу, в киноредакции, мне так вот довелось в 90-е годы. И мне было с чем сравнить. Я там числился, а работал в спортивной редакции. Но периодически туда приходил. Угу. Вот они свои фильмы делали там по полгода. И когда я молодой, наивный, 30-летний, говорил, а что так долго-то? Меня испепеляли взглядом и объясняли, что мы делаем кино. А я не мог понять, что мы, приезжая с соревнований, по сути дела, делаем такое же кино, но в течение недели. Ну, потому что через две недели, через месяц уже не актуально. Если у тебя прошел чемпионат мира, вот тебе как бы вот это кино, вот по борьбе, предположим, надо рассказать, вот пока свежее оно. И я к чему это веду? Что вот считается, что спортсмены, как бы вот люди, имеются в виду и в телевидении, второго сорта. А на самом деле мы же работаем в экстремальных ситуациях. И вам пришлось выбирать, ну, из километров уникального материала, и найти самое лучшее, написать сценарий, понять, как складываться будет с музыкой. Ну, во-первых, Владимир Александрович, я немножко, несколько слов в защиту киношников скажу. Во-первых, то, что они снимают кино, это верно. Это верно. И, в общем-то, если в титрах конечных этого фильма конкретного «Олимпиада, ты прекрасна», первой стоит моя фамилия, это не означает, что этот фильм сделал я. Конечно, я имел к нему отношение, и достаточно большое, но, понимаете, это был колоссальный коллективный труд очень опытных, проверенных, так сказать, работой и жизнью людей, и были прекрасные
звуковики, которые подбирали шумы. Были, так сказать, музыкальные оформители, которые подбирали музыку. Ведь там использовалась музыка-то, и та олимпийская музыка, там Пахмута и Добронравова, там эти были песни. И других авторов. Да, и других авторов. Там стихи Евтушенко, так сказать, и так далее. Там много что было использовано. Это огромный коллектив. Да, это был огромный коллектив. И этот коллектив, и там были опытнейшие монтажницы, которые, так сказать, по частям собирали, потом... Все в единое целое. Да, да, да. Из маленьких кусочков. Да, вот эти кусочки делались, потом собирались, и фильм был готов. Вот. Ну, и, конечно, по сравнению с этой эпопеей, которую снимал родной брат Николая Николаевича... Озерова, да, Юрий Николаевич Озеров. Конечно, наш фильм, может быть, он был и не такой грандиозный и масштабный, но его прелесть заключалась в том, что вы уже сказали об этом, о том, что он вышел через несколько дней после Олимпиады. А Озеров через год. Да, и через вышел год. На первом, ну, тогда другого-то канала, собственно, и не было, был первый канал, и вышел, и вся страна смотрела, и, в общем... Нельзя сказать, что мы на следующий день проснулись знаменитыми, но, по крайней мере, на следующий день нам уже вручили грамоты. И Сергей Георгиевич Лапин от ЦК партии, так сказать, там, от руководства, от этого нас поздравил и сказал, что молодцы там ребята, поработали отлично, вот вам грамоты почетные, так сказать. Самый удачный кадр, на ваш взгляд, сцена в фильме «Олимпиада, ты прекрасна». А там люди, которые... Нет. Но мне бы хотелось сказать все. Но я назову один план, который, так сказать, зритель и сам отметит, если будет смотреть этот фильм. Это когда олимпийский мишка во время закрытия улетает... Это со стадиона в небеса, куда-то там далеко-далеко. Вот, зрители смотрят, так сказать, наблюдают за этим. И я уже не помню, кто из операторов. Вот убей меня Бог, да простит меня этот человек, потому что это гениальный план. Он увидел женщину, которая сидит на трибуне и плачет. Она смотрит на эту мишку и плачет, рыдает буквально. И вот это слезы ее, этот улетающий мишка, эта ностальгия и вся эта музыка, да, там «До свидания, Москва», там и так далее. И все это вот слилось, так сказать, в одно. И вот этот план вот этой женщины, я не знаю, кто она, откуда, из какой страны она приехала. Очень органично все получилось. Ну, он запоминает. Он такой, это план, который остается, ну, вот... таким вечным. Ну что же, уважаемые телезрители, мы заканчиваем нашу программу. Я настоятельно рекомендую вам, особенно молодым ребятам, девчонкам, посмотреть вот этот фильм «Олимпиада, ты прекрасна». Вы увидите вот героев той эпохи, вы окунетесь в ту атмосферу. Я искренне благодарю Сергея Юрьевича за то, что он был сегодняшним нашим гостем. Жму ему руку, и чтобы вы понимали, вот этот человек вот точно так же сжал руку Синявскому, который видел императора Николая II, который стоял у истоков советского спортивного телевидения. Так что, когда я буду в училище Олимпийского резерва, вот мы передаем эстафету, и вы со мной обязательно так здоровайтесь. Счастливо!